Всем огромный привет! Сегодня хочу приготовить вместе с вами очень вкусную закуску на чипсах. Если честно, салаты уже тяжелые какие-то, надоели. Хочется чего-нибудь совсем-совсем легкого. Поэтому будет такая мини-закуска на чипсах. Очень люблю готовить такие закуски на вечер, особенно когда сажусь смотреть какое-нибудь кино или сериал. И обязательно хочется что-нибудь похрустеть. Это будут не просто чипсы, а такой мини-салатик, да, мини-закуска на чипсах. Нам понадобится огурчик обязательно для свежести, я очень люблю. Крабовые палочки, свежий помидор, у меня черри, потому что зимой очень трудно найти хорошие помидоры. Яйца, маслины, они у нас пойдут как для украшения, и обязательно зелень. Любой сыр у меня такой, и майонез, майонеза совсем немного. И, конечно же, сами чипсы. У меня вот такие вот чипсы, но можно взять абсолютно любые. У меня чипсы с сыром. Давайте с вами нарежем сейчас мелко-мелко крабовые палочки. Крабовые палочки хочу нарезать совсем мелко. Вообще салат нарезается, да, начинка для чипсов нарезается достаточно так мелко, она получается очень-очень такая нежная, очень вкусная. У меня крабовые палочки снежный краб, поэтому они нарежутся очень-очень мелко. Вот так они режутся. Режем все крабовые палочки. Отправляем крабовые палочки в салатник. Вот так у меня достаточно мелко нарезаны крабовые палочки. Дальше режем тоже мелко-мелко помидоры. Со свежим помидором и со свежим огурцом наша закуска будет такая более по-летнему свежая и вкусная. Мелко нарезаю помидоры. Я вообще зимой помидоры черри очень-очень люблю брать. Мне попались еще очень такие вкусные сладкие помидоры. Нарезаем вот так мелко-мелко. И отправляем в салатник. Помидоры тоже отправляю в миску с крабовым палочком. И нарезаем огурец. Огурец тоже стараюсь нарезать достаточно так мелко, мелким кубиком. Вот таким мелким кубиком я нарезала тоже огурец. Огурец отправляем тоже в нашу миску. Такая красота у нас получается. И сейчас нам нужно натереть сюда яйца. Натираем яйцо. Я думаю, наверное, одного яйца будет вполне достаточно. Яйца натерли и натираю сыр пармезан. Тоже на терку, на мелкую, совсем-совсем немного. Где-то примерно 50 грамм. Вот так сыр натерла. Теперь нарезаю сюда зелень. Зелень нарезала тоже очень достаточно так мелко. Засыпаю зелень. И выдавливаю сюда один зубчик чеснока. Обязательно добавляю немного черного перца. И
надо немножко посолить. Добавляю майонез. И все перемешиваю. Обязательно надо все перемешать хорошо, чтобы все ингредиенты соединились вместе. Ну и вот такая начинка у нас получается. Теперь мы этой начинкой будем наполнять чипсы. Теперь на каждую чипсу мы будем укладывать начинку. Можно класть побольше, не жалейте, это очень-очень вкусно. И класть чипсы на блюдо. Вот такая красота у нас получается. Сверху еще можно украсить маслинками. Вот так. Оформляем все чипсы. Ну и вот такая вкусная и легкая закуска у нас получается. Мне просто безумно. Можно еще украсить веточками укропа или петрушки, или любой другой зелени. Будет вот так очень-очень красиво. Мне безумно нравится сочетание такого салатика легкого и соленых чипсов. Это на самом деле очень и очень вкусно. Всем огромное спасибо, что были со мной. Обязательно заходите в нашу со Светланой группу ВКонтакте. Все будут ссылочки внизу. Обязательно подписывайтесь, там будет очень много рецептов и также очень красивых фотографий. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!